Любишь посмеяться над своими друзьями, но они обижаются? Тогда заходи на канал Your Universe и получи кучу поводов для смеха, розыгрыши, фейлы, смешные видео. Все для тебя. Подписывайся, ссылка на экране и в описании. Обдё-обдё. Да, надо прям нет, давайте вы оденетесь по-разному, чтобы я мог вас отличать и знать, кто из вас кто. Клон, делай клона. Не делайте клона, пожалуйста, не надо. Ну ладно, давайте вот так вот, поехали. Мне почему-то этот чувак в очках, он напоминает как обратный Луис из первого Фадета, потому что он тоже в этой рубашке. Но он белый. Луис. Это обратный Луис. Белый. Ты сказал бы белый Луис. Ну я хотел вначале деликатно сказать, да, потом решил. Но он белый. Я загрузился. Да, все. Найс, окей. Так, теперь Пепе наш враг, он хочет нас убить. Это на самом деле. Пепе вышел на охоту. Ну вот, начинается вот это. Не, понимаешь, это то самое чувство, когда мемы за тобой охотятся. А, да и правда, он таким грустными глазами смотрит. Его всех найду. Его всех. Окей, какой план действий? Смотри, подбегай, ты кричи, хорошо? Издалека, окей? Издалека? Да. А я могу в упор кричать? Ну, то есть, главное, следи и просто крикни, хорошо? Кстати, эта карта что-то я не помню. Точнее, этого места. Тут же рандомно генерируются генераторы, по-разному встают, да. Не-не, я имею в виду, просто место сама генерируется. Ау, блять. Кто-то кого-то нашел. I got you in my sights. Ну это не, ну это... I got you in my sights. Я не могу так голос держать, меня... Кто-то бомбанул мой генератор. Не понял. It's high noon, да? It's high noon. Нет, я умру, если я буду так говорить. It's high noon. Нет, я сам не могу. Так, блядь, надо полдня сидеть, чтобы это... Надо быть прокуренным очень. Я могу диву делать. New Orbeez! Какая прекрасная луна, ребята. Давайте все на секунду посмотрим. Ром, у тебя нет шансов. Нет шанс. Есть шанс. Я играл Gears of War долго-долго. А чё тут Gears of War? Да нельзя мне шифтом бегать немного, ускориться? Так Ричард так быстро со мной меня всегда догонял. А, да просто ты медленно бегал, ты у тебя кровотечение было. Не-не. Хотя знаешь, даже когда без кровотечения... Вау! Ребята! Но генераторы как... трогать не надо было, вот сейчас вот вы меня расстроили. Как думал? Я думаю, что мы... Ну, в общем, было весело, когда ты допиваешь сок, и потом... Ой, у кого-то что-то не получилось. Ты допиваешь сок, и потом у тебя остается, ну, как бы, пустая эта коробочка. И все потом их начинали, как бы, ну, как ты кладешь эту коробочку и ногой со всей дури бьешь, и она взрывается. И просто слышно потом по всему лагерю... Пищ-пищ-пыщ-пыщ-пыщ! Тебе не убежать от меня, маленький поросеночек. Вау! Вау, это двое! Я не туда завернул.
Ну что, я тебя подниму и отправлю к твоим друзьям. Ты не видел этого? Да, тут какой-то еще мальчик был в очках. Видел, а не видел? Какой мальчик, дядя? Соси. Какой-то мальчик был. Мне 25 лет, алло, дядя. Небось, дизайнер какой-то. Вот, вот повиси здесь. Повиси здесь. Это больно. Думаешь, у тебя выйдет спастись? Действительно думаешь, что у тебя выйдет? Держись. Иди нахуй, блин, вали отсюда, старик. Я двигатель ломаю уже. Давай. Что за херня, какой двигатель ты ломаешь? Ты держись, главное. Блядь! Мне кажется, а как долго... Нет, того сожрали. Ты бросил своего друга, когда ты был ему так нужен. Ты, блядь, не стоял рядом, смотрел. Я люблю наблюдать. Свои истории, блядь, рассказывал охуенно. Ну да, я немного отвлек тебя от своей истории про сок, да? Да, Ром, хочешь мою историю послушать? Ай! Не зря я, да, их раскладывал везде. У кого-то поросеночек вышел погулять. Я пытаюсь. Беги, он за тебя прям. Он прям сзади, блядь. Я пытаюсь. Здание надо хуярить, здание хуярить. Поросеночек догулялся. Да тебе ничем не помогу пока. Ну. Подожди, ты можешь возродиться? Морально поддержать. Ну давай, давай. У тебя получится. Ты можешь мне сказать то, что на самом деле на крюке висеть не так больно, как кажется. Но вообще не особо. До какого-то определенного момента. Ты посмотри, какая луна, друг. Ты посмотри на эту луну. Что? Что произошло? Что? Как? Ты можешь так делать? Я могу это делать. Эй, поросеночек! Он тебя не видит, все нормально. Куда ты делся? Ау! Сука! Давай, шпигун! Все, он убежал, заебись. Я в это не верю. Да, я верю. Он не мог убежать. Куда он убежал? Чего ты гонишь-то? Не гоню, он убежал. Ладно. Он истекает кровью, заходит. Как за кровью наблюдать? Как ты наблюдал за кровью? А, это такие следы красные, как крестражи, я не знаю, как называется. Типа борщ. Типа борща, ты, да. Бывает, что ты что-то типа борща неожиданно находишь. Очень жиденько. Ой, как жиденько. Ой. Кстати, вот я сейчас могу найти люк, на самом деле. Да? Думаешь, да, ты найдешь? Я могу найти люк. Думаешь? Я могу найти люк. Я уверен в себя. Я могу найти люк. Ну, найди люк, найди. Прыгай налево. Ёпта. Тихо. Почему он не дотягивается? Я сам поросеночек. Нет! Я не могу до тебя дотянуться! Что за херня? Блин, а реально эти штуки, они мешают. То есть вот после этого сложно. Значит, ты не зря... Через доски. Ну ты прям сказал, через доски. Да. Услышал его опять. Ты думаешь, что я такой простой? А все не так прозаично, друг мой! Я расскажу тебе историю из детского лагеря. Моя мама любила... Прям за тебя. Я тебя внимательно слушаю. Да, рассказывай, что ты. Так. Твоя мама называла меня самым красивым в лагере. И поэтому она приходила, навещала меня и оставляла маленький подарок. Кусочки шоколада.
кусочки шоколада, которые я ел. Они были такими же вкусными, как и твоя плоть. Нет, что-то вот это добел, это некрасиво было сейчас. Ну, извините. Ну, давайте теперь с Воти сделаем маньяка. Он докачал? Ну, слушайте, ну весело. Правда, веселая игра. Но люди не врали. Убегать очень весело. И, блин, в маньяка играть весело. Ну, слушай, вот, Шпигун, а ты играл в GTA Online? Там был режим добавлен на Хэллоуин. Охотник и да. Типа, тоже маньяк, да. Да-да-да. И даже там это было весело, но вот здесь это как довели до ума просто всю эту схему. Знаешь, почему там это не очень сильно работало? Потому что у маньяка был дробовик. Да, да, а ты не чувствуешь, да. Ты не чувствуешь. Издалека, может пальнуть тебя или да. Как-то сбой, все. А здесь прямо ты вот тут, прямо когда вот эта жертва, и ты так промахиваешься этим топором, и ты чувствуешь, как в этом фильме, когда они машут, ты такой, что же все не так? Я же прям думал, ты начал меня тащить. Я думал, ты сейчас начал эту историю про свою, типа, маму, я такой, Джокер из Стэнворда. Паша был алкоголь. Хочешь узнать, откуда эти шрамы? Я девочка. Запускайте рейдинг. А, все, готово, все. Никто не узнает в интернете, что я девочка. Нет, ты не можешь быть девочкой тоже. Вере черная, да. Черной девочкой. Надо сюда Николаса Кейджа добавить. Кстати, это мама смешно ходит, такой призрачный гонщик, и такой, вы где? Такой цепью подтягивает. Кстати, было бы клево, если бы реально он огнем был помечен. Все запустились? Да, да. Да, мне показывают. Ох, же Snoop Dogg. В женском обличье. Короче, смотри. Нам нужно чинить генераторы, как только мы починим все генераторы, мы сможем открыть дверь и сбежать от маньяка. Мы не можем убить маньяка, если что. Да, мы маньячка... Такой обсаженный. Мы маньячка не убить не можем. Смотри, как... Это кто? Это кто сейчас был? Если ты можешь пробежать... А, мы все ты... вместе? Окей, да, пацаны, давайте генератор тогда найдем. Смотри, краткий туториал. Когда ты, если за тобой маньяк бежит, ты можешь здесь пробежать, типа, и оп. Типа заблокируйте. Вы только шум создаете, вы когда кидаете фигню, он уже рядом. Да, я слышу. Вы нашумели слишком сильно. Ёбы, блять, он пошёл там, ты сказал, он не сможет пройти через эту хуйню. Но он её сломал. Он может её сломать. Да, он может её сломать. Блять, он меня... Он попался на своей ловушке или он её бросил? Я слышу звук ловушки. А Ричард, ты от первого лица или от третьего? Да, от первого лица я. Мне хуже. Да, он только от... А мы можем как бы за ним следить от третьего, поэтому. Да. У нас типа... Ого, тут даже второй этаж есть. Тут рандомно генерированное, клёво. Да, тут все генерирует. Когда слышишь голос Ричарда и видишь маньяка, не так страшно, на самом деле. Ну, поэтому я когда ходил, я кричал ему про поросёночка. Вот когда, Ром, ты когда за маньяка играл, там вообще какая-то шахта была. Да. Нет, знаешь, я видел. Тишина, ты не знаешь, что говорит маньяк, ты думаешь, он такой, блядь, сейчас зарежу всех, убью там. А в итоге, ты когда слышишь Ричарда, такой, типа, о, генератор. Такой добрый маньяк, типа, знаешь, типа, о. Все не так плохо, все. Да, и ты такой, смотри, блядь. Отстань, иди нах. Так что надо сделать, пацаны? У меня игра подлагнула. Надо тебе их заводить. Окей, я... Да, нам нужно всем просто 4 генератора завести и попробовать убежать. Это легко. Потом нужно будет ждать и открывать дверь еще, кстати. Когда мы найдем это, там надо ждать сидеть. Господи, сраные вороны. Ну, у нас времени много, так. Те же вороны помечаются, да, Ричард? Опачки. Да, вороны не помечаются, но я могу... О, кто-то завел генератор, да? Да. Молодцы вообще. Вообще красавчики. Нет. Ой, нет. Я прям на тебя прибежал. Блин. Это пиздец. Не. Тебе еще надо ближе тебе надо подходить. Тебе надо ближе подходить. Ты ни на что не годный, толстяк. Блять! Ёбка. Никто это не видел, короче, никто не видел, как что-то бомбануло. Никто меня это тоже уже бесит. Эта хрень бомбит. Подождите, да, Соти же черный, иначе это был шпигун. Я видел тебя, шпигун. Да, я педофильчик, короче, как всегда. Не как всегда, в смысле я не подофил. Но он был где-то недалеко, но я его теперь не чувствую. Блять! Сука! Похоже, он нашел кого-то. Да, он кого-то нашел. Ведь просто бегая на шит. Я за тобой.
Не останавливайся, сука. Я в деревьях застрял, блядь. Я между двумя деревьями застрял. Иди нахуй, я черная обезьяна. Я думал, я там протиснусь. Тарзан, я, короче, девушка Тарзан. Вот так, прыгаем. Паркур, нах. Давай. Как там в Тарзане песня была, я не помню уже. Там была песня? Я только в Маугли помню. Каждой песне есть, каждой Диснея есть песня. Я помню, я только знаю Under the Sea. Это точно не Тарзан. Что-то мне подсказывает, что помню меня оттуда. Братишка, привет. Он рядом. Мазила. Опять, сука. Я спрятался. Не знаю, мне написали, что я убежал, но мне кажется, я не убежал еще. Я убегаю дальше. Я слышу, как он капкан кладет. Да? Да. Я не слышу этого. Значит, все-таки я подальше. Игра страховая. Своти, ищи генераторы. Ты должен, пока он на нас тут отвлекается. Я так и делаю. Я, между прочим, думаю, что сейчас. Курю тут траву, что ли? Нет. Я бы не удивился, на самом деле. Че? Ричард, у тебя странная стратегия. Стоять и смотреть в это дерево. Ты такой, где он? Где он? Где ты, сука? Пацаны, я самую полезную штуку вообще нашел. Давай, стой здесь, пока мои друзья делаются. Нет, шпикун, нет. Че там, почему я вижу вас сквозь стенки? Потому что кто-то попал в капкан, и теперь он пытается подождать, пока я к нему пойду помочь. Сука! Нет, не видел, ты меня не видел, ты косоглазая жопа. Косоглазая жопа. Окей, я все, я выжил. Че, не ожидал такого поворота событий, сучка? Давай там, бери меня уже, я не могу вылезти, да. Ты не можешь вылезти? Да. Че случилось? Я не знаю. Вот. Окей. Че происходит? Я не знаю, я почему-то у тебя сзади оказался, ну ладно. Ты спасся? Вигл. Мы можем тебя спасти? Не, я пока пытаюсь сам спастись. Вигл. Я не понял, где он? Вигл, он уходит куда-то за... Бля, он тащит, он тащит! Он к тебе идет. Кто-то запустил двигатель, он к тебе идет. Все, я уже съебался. А я сбегаю. Лис найдет меня. Сука, это говно меня заебало. Я не могу чинить генераторы, ребят. Я не способен на это. Я отвлекаюсь, я смотрю по сторонам. Я вообще нашел самую полезную штуку, называется карта. Где я нажимаю прочитать карту, у меня ничего не появляется. Меня видит. Подождите, но ведь он кого он тащил? Господи. Бля, я просто видел, как ты упал. Чувак, ползи. 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 Джейсон. Где аптечки находить? Ты до этого аптечки находил. Ну я рылся в ящиках, я нашел вместо аптечки карту, блин. И она вообще не помогает нифига. И на карте генератор, типа, указано, да? Не, она вообще, я типа нажимаю открыть карту, у меня не... Бля, он сзади, сука! О, хорош. Отлично, Своти делает работу, пока мы отвлекаем его. Сука, что происходит? Если что, вы можете меня бросить. Вас двое, поэтому... Тут можно expandable материал. Что за хуйня? Тут тоже эти кружки, что ли, есть? Да ты хуя все эти... Заебало. Я вообще хуёвый ремонтник, похоже, всего. А где он-то? Я не понимаю, где он. Я его не чувствую, поэтому он не рядом со мной. Я его чувствовал. Он где-то тут рядом все равно. Он под давки типа делает вид, а потом резко зарубит всех. Шизанутая тварь. Чего ты ждешь? Спасибо. Блять, я где-то. Он здесь рядом. Он рядом с вами? Тогда я убегаю, ищу генератор. Я его вижу. Он стоит наверху, он наверху стоит. Что? Сука, ты крутится лагающий, короче, как это. Он, короче, выслеживает, нас выслеживает, короче. Как маяк прям такой, ух. И на эти генераторы сложно отследить. Какая-то самая бесполезная штука вообще.
А, не, смотри, а, окей, я задерживаю, типа мне, да, мне генератор показывается. Я думал, у меня реально карта будет показываться просто. Что происходит, ребят? А, у вас есть на нем visuals? I got a visual. I got a visual. Блять! 10-4. О, он меня не видел, что ли? Окей, отлично. На выход, на выход, на выход, на выход, на выход. Не все на выход, не бегите все на выход. Потому что тогда надо будет его зарядить вначале. Идите сюда, куда? Открывать? Хотя тут два выхода, мы можем к любому выбежать, кстати. Я к какому? Я побежал к другому. А, это, короче... Окей, я не могу помочь. Я не могу помочь открыть эту херню. Ага, придурок толстый. Тебе его не достать. А, дерево, а? Тебе его... О, блядь. Я его отвлекаю. Делай что-нибудь, нет. Окей, ну меня переключился. Он на тебя переключился? Ладно. Я надеюсь, что Своти открывает тем временем другие ворота, потому что нас здесь рубят. Я его заманил в ящики. Он теперь в тупике. А, окей, он может обходить. Окей, окей. Господи, беги. Шпигун, ты истекаешь кровью. Я побежал. Ха, придурок. Опять, да? Ящики слишком сложные для тебя. А, ты убежал? Ты уже убежал? Да. Окей, он, значит, открыл другие ворота. Я бегу к ним. Я бегу к другим воротам. Шпигун, ты сможешь? Тебе не надо помощи? Я убегаю. Ха, не догнал. Просто рядом. Да, я рядом с тобой. Воу. Детка Боб просто получил кучу очков за то, что ты все генераторы починил в игре. Ты пришел вот такой фоз проблемы с генераторами и все починил. А мы можем как-то... А, мы можем спектейтить. Я спектейчу за шпигуном. Окей, отлично. Видный шпигун. Давай, ты сможешь. А чё такое? Ой! Господи, нет, ему конец, похоже. Да. Вы у меня где-то там бегите, вообще бежите внизу карты там, поэтому... Да-да. Стоит такой, нужно проблемки у кого-то, да? У кого-то проблемки. А ты можешь на месте прямо его добить? Можно просто продолжать бить? Это было очень смешно, на самом деле. Он такой, ты говно. А говно должно... Я в траве, ты меня не видишь. Solid Snake. Я в траве, ты меня не видишь. Потому что ему нужно принести его в жертву. Он сейчас тебя к выходу отнесет. Ричард, отнеси его. Положи его до выхода. Да, реально, ты можешь доползти? Может быть, ты можешь доползти? Такой ползи, поросеночек. А, все, а ты до сюда не можешь дойти, да? Нет, он может дальше идти. Он может почти до самого конца дойти. Чтобы ты больше не возвращался. Это мое болото, он такой. Это мое болото. Я просто встал. Ты, кстати, куча очков из-за этого получил. То есть, ну клево, можно доползти, значит. Да, ты можешь просто забыть, сука, нет, я доползу, я смогу. Ну, ему больше очков дали как раз таки. Так, ну чё, еще раз? Это было смешно просто.